що в нашій студії, як завжди, наш постійний гость, сімейний психолог Анна Демірпола. Ще раз нагадаю, якщо ви раптом забули. Я думаю, да, тема дійсно актуальна. Підлітковий вік – це взагалі така тема, такий вік, що проходить не тільки там в 16-18, але і пізніше. На власному досвіді я в цьому переконалася. Тож давайте спочатку розберемося, в якому віці він дійсно має пройти. Коли він починається? Коли інформація, яку я вже слышала, я вже вас удивлю. Вообще, подростковый возраст считается это около 13 лет, да, 12, это были старые данные, то есть по старым данным так было. Но сегодня уже все психологи говорят о том, что он начинается раньше. То есть вхождение раньше в подростковый возраст начинается уже сегодня, иногда даже с 9-10 лет. И я это тоже наблюдаю очень часто на детях. Да, то есть, ну тогда давайте разберемся, что такое подростковый возраст, почему он такой вот растягивается, да, во времени. А можно я заскочу, а может его не быть? Может, это мы надумали, кажут, ну у ней подлитковый век, все не трогайте дитину, вона бубочка. Знаете, пока я не была психологом, я тоже думала, да? Что, наверное, у меня его не было. И в мене начебто не было, ну добре. Да, или я его прошла очень мягко, да, то есть в любом случае, вот это знание, которое нужно знать каждому родителю, человеку, подростковый возраст обязателен. У нас внутри, в нашей психике, она так устроена, есть некие такие, да, психологические программы. Ведь генетика есть, что-то работает, тело работает как-то, мы не понимаем как, но оно работает, мы не можем этого, да, контролировать. Дыхание, кровообращение, все естественно. То есть вот психологические естественные процессы, они тоже происходят. И один из таких процессов – это подростковый возраст. То есть есть матрица, скажем, такого человеческого пути. Мы с вами разговаривали, да, вот ребенок, как он воспитывается, как он потом взрослеет. И вот в этой матрицы есть определенные вехи, то есть это такие пункты переломные, очень значимые, то есть это с одной стороны те пункты, когда мы встречаемся с чем-то новым и трудностями определенными, да, но с другой стороны это вот такие вот как указатели, а куда же мне дальше идти. И вот подростковый возраст это обязательный пункт назначения, с ним встречается каждый. И вот как бы там некоторым родителям приходится конкретно встречаться уже в этом возрасте, но у меня чаще среди тех людей, с кем я работаю, да, то есть такой подростковый возраст, с которым ко мне обращаются, это где-то 12-13 лет. Да, то есть как бы, конечно, я вам расскажу случаи потом, когда у меня есть подростковый возраст, который проявляется у взрослых людей, но это уже причины, почему он возникает, например, в 40 лет, да, то есть он тоже бывает. Поэтому для родителей, которые сталкиваются с подростковым возрастом, нужно понимать, это обязательная программа, которую ребенок будет проходить. Что про него можно так сказать, да, то есть это период, когда бессознательно, да, ребенку, вот он, ребенок до подросткового возраста, и вообще маленький ребенок, да, ну вот так вот до 9-10 лет, как он впитывает информацию? Он берет все из мира, все, что ему дается, и принимает это как правду. Правильно? То есть, ну а как по-другому? Мне говорят, где я еще буду учиться? И то есть вот как будто у него внутри есть такая психологическая комната, которую он накапливает знания, информацию, убеждения, ценности. И пока они как бы еще просто чьи-то. Я их еще так не смог проанализировать. И вот эта программа, которая включается, да, подростковая, это как программа чистки и уборки. Когда я вот все, что у меня накопилось, хочу выкинуть из этой комнаты, да, и разобраться, где тут мое, а где тут не мое. То есть это период чистки, уборки, анализа своих ценностей. Вообще психологи называют этот период, когда человек начинает нуждаться в собственном понимании вот себя, своей идентичности, что-то про себя. Пример, да, например, ребенку говорят, там, ты или родители внушили ему такую программу, ты очень медлительный или медлительная, и вот очень все медленно делает, спокойная девочка, там, например, да, вот, и ребенок в это верит, я медлительная, поэтому у меня все проблемы, да, какие-то, вот, и вдруг вызывают в школу психолог или там преподаватель и говорит, вы знаете, то есть вот какие-то проблемы с ребенком, как-то плохо учится, что-то не успевает, да, и мама говорит, она очень медлительная у меня. И девочка, да, вот там я там очень медлительная. И тут дает обратную связь, например, школа. Нет, она у вас очень быстро все принимает решения, быстро решает задачи, все делает достаточно быстро. Ага. И ребенок говорит, подождите, а что со мной, что не так? То есть, понимаете, это, то есть у ребенка, например, могут дать обратную связь, что она переживающая сильно, что в момент, вот, например, задачи, наоборот, очень много каких-то эмоций у нее, да, и поэтому что-то происходит.
Дивіться, а як дізнатися, що, наприклад, у моєї дитини розпочався цей психологічний підлітковий вік? Чи може це якийсь, от у мене теж в родині є дитина, і от тут вона посміхається, проходить 10 хвилин, все, на бумбурі, вона сидить, каже, лізенька, ну в чому справа? У мене зник настрій. Це що, говорить, що це вже розпочався підлітковий вік психологічний? Так, от, возраст... 10 років ось 10. Буде, скоро. Смотрите, он протекает очень по-разному, но это всегда перемены в ребенке, вот которых не было раньше сильно, да, то есть вот, то есть какие-то, которые уже резкие перемены, да, то есть ребенок часто, что важно в этот период, да, начинать отстаивать свою позицию, то есть подчищать, говорить о том, что мне важно, да, и как-то пытаться побороться за свое мнение, да, вот, но этот период, так как у нас психика у всех по-разному устроена, он может быть также связан, очень многие дети, вот, которые, да, ко мне обращаются, то есть они вот уходят в такое вот, ну, скажем, депрессивное состояние, да, то есть это состояние какое-то неверие в себя, какой-то неуверенности, то есть незнание, что делать, и как бы с родителями пытаются что-то выяснять, это всегда какие-то противоречия. Вот когда ребенок начинает противоречить, вот это период уже приближения этого возраста, да, то есть это когда я начинаю говорить за то, что я хочу как-то по-другому, и я считаю, что так как-то надо. Ну, хотя бы вот как-то вот про это, да? Слухайте, а що в такому випадку робити батькам? Бо, ну, часто ми бачимо і різні фільми, там, де підлітковий вік проходить якось, ну, не дуже нормально, там діти психують, діти йдуть з будинку, бо батьки їх не розуміють. Бувають такі моменти, що батьки знаходять підхід, і цей підлітковий вік проходить нормально. От, як зробити так, щоб він дійсно пішов нормально, щоб дитина не психувала і не йшла з дому? Ну, от, понимаете, здесь нужно принять, что он будет. Что будет происходить с ребенком, да? Если он не будет бороться с вами, да, то есть, например, дома у него не получается побороться, программа-то внутренняя работает, это вот непонимание себя, не знаю, я же говорю, уборка-то происходит, я не могу понять, где мое, где не мое. Психика требует понять, кто я такой, что я уже умею, что я могу, что мне важно. Это вот требование внутреннее, бессознательно. То есть если родитель не сможет как-то с этим справиться, ребенок пойдет на улицу. И что у нас происходит часто, да, в подростковом возрасте? Мы находим себе подобных, таких же, которые пытаются пройти подростковый возраст, но не факт, что там те из семей, где тоже могут быть услышанные дети, да, и тогда, может быть, я буду бороться уже не, например, там, с мамой, с папой, буду бороться со школой, с учителями, или со значимыми взрослыми, или вообще с социумом, да, и тогда я встречусь с законом. То есть тогда вот родителям что делать, да, понимать, что семья – это та среда, причем одна из единственных сред вообще для подростка и родителей, да, где подросток встречается одновременно и с вот этим вот, да, противоречием родительских программ и установок, но и с любовью, правильно. Там, где в нем нуждаются, там, где он нужен, и там, где его хотя бы как-то могут выслушать, да. То есть вот здесь как бы идет, родители должны понимать, что они будут встречаться вот с этим, да, что это будет, и это будет невыносимо. У меня есть, ну, из нашего, да, то есть круга психологов, психиатра знакомый один, который психиатр, врач, 25 лет стажа, он сказал, говорит, у меня подросток, да, вот сын, я его очень люблю, но он такая зараза, вот 15 лет, да, ребенку было на то время, то есть вот мы любим, но понять и принять нам с нашими установками взрослыми, нужно понимать, что это не будет нам приемлемо. То есть эти поступки будут на нас неадекватны, мы встречаемся с разными, очень противоречивыми убеждениями, ценностями. Да? Вот, и... Як себе стримати в такому випадку? Бо багато і батьки там нервують, починають кричати. Чи треба взагалі спілкуватися в такий момент нужно, з дитиною, конечно. І як підходити здесь до неї? Здесь очень важно вот это вот общение. Очень важно понимать, что что бы ни происходило, какие бы ужасные вещи не вытворял ваш подросток, да, самое главное, о чем он должен помнить, и вы должны ему как-то это передавать, это послание, что он любим, его любят и примут вот со всеми его потрохами, как он есть. Дивенька, что, якщо жахливі речі, якщо підліток дійсно зробив якусь жахливу річ, як нам на неї реагувати? Ну, вот смотрите, буквально вот сейчас был случай, меня ребенок ушел из дома, да, на один день. Дуже популярно, до речі. Да, очень популярный. Да. Это уже уровень, когда накопилось, что вот те требования родительские уже, ну, никак не могут быть выдержаны ребенком, и он делает шаг против, да, уже очень такой категоричный. Да. Это уже говорит о том, что все методы старые не работают. То есть это говорит о том, что в вашей семье пришло время пересмотреть ваши правила и то, как вы даже вот не то, что происходит вот фактически, да, не такие какие-то вот конкретно фактические вещи, кто убирает, кто не убирает, вот эти вещи, да, а как происходит взаимодействие.
Оно должно быть по-другому. Подростки сталкиваются всегда с противоречием, да, вот как бы все. И вот здесь родителям очень сложно, я понимаю. Раздражение, там, злость, агрессия родительская, непринятие тоже будет, да. И здесь важно родителю понимать, нужно в эти моменты вот этот вектор понимать, что ребенок не сможет понести ответственность так, как вы можете ее понести за эту ситуацию, да, то есть он пока еще не готов психологически, и, кстати, последние исследования говорят, что мозг подростка изменяется, то есть это еще развитие происходит, то есть у него еще нету вот такого критического мышления уровня, действительно, мозг просто не развит на этот уровень, чтобы так воспринимать ситуацию, как это воспринимает родитель. Да? Поэтому если родитель берет ответственность за эту ситуацию, самое важное, да, то есть отреагировать в этой ситуации по-другому. Вот сделать все, что угодно, но по-другому. То есть сказать себе успеть стоп и развернуться, может быть, ну, выйти на улицу, выйти на балкон, выйти куда-то, да, но отреагировать по-другому. Но еще один важный момент, да, вот эта борьба, она необходимая. То есть вот она, если в вашей семье есть, то есть ее необходимо ребенку пройти. То есть единственное, что разница среды, как я вам сказала, в семье он встретит любовь и понимание в любом случае ребенок. Да? То есть если он ее не встречает, примеры из моих клинических, скажем, случаев, или каких-то случаев, скажем. Вот. Когда, понимаете, очень становится весело, да, когда смотришь на взрослую женщину или мужчину в возрасте так, 40-50 лет, там, вот, от 40 да, до 50 лет, там немножко раньше, да, то есть, вот, которые только начинают проходить подростковый возраст. Я вам хочу сказать, не единичный случай, когда женщина, например, имея 2-3 детей, вдруг начинает заниматься своими интересами, ей важен становится Бетховен, Бах и Моцарт, простите, слушать хочу такую музыку, и мне мешают для этого дети. И, например, дети потихонечку, да, передаются на родителей. Если родителей нет, есть категоричный случай, когда детей вообще мамы оставляют. Понимаете? Да. И тут никто не может понять вот этих вот вещей, как это происходит. А это происходит потому, что в свое время, когда нужно было пройти подростковый возраст, что сделали родители? Или жестко обрубили полностью все проявление ребенка, да, то есть он не смог даже побороться, борьбы не произошло вот этого процесса. Или уговорами, то есть два способа. Уговоры мягкие, но это тоже контроль. Да, уговорить, давай ты будешь по-нашему, давай все будет так вот хорошо, особенно если ребенок поддается влиянию. Вот чтобы она там такая была хорошая девочка, чтобы все было хорошо у мальчика, там, да, то есть его уговорить. Але пізніше воно потім все проявиться. Этот возраст проявится, и понимаете, категоричность этого возраста, я говорю, когда, например, 40-летний мужчина заявляет друг семье, хочу купить байк, косуху и поехали со мной. И неожиданно, и это реальные случаи, понимаете. Друзья, если ваш человек таке сказал, ну я до жінок звертаюся, ну просто психологичный підлітковий вік, знаете, зрозуміти и пробачити, як то кажуть. Он будет его проходить просто со своей семьей, и нужно понять, что лучше, чтобы он его прошел вовремя. Дякуємо вам, Анна Демірпалат, психолог, дослухайтеся до порад наших експертів. Дійсно, якщо ви не зможете, ну буває таке, дати ради вдома, звертайтеся, експерти-психологи завжди допоможуть. Я знаю, що і підлітки, і батьки звертаються, і допомога доволі активна. Дякуємо вам. І ще обов'язково зустрінемось.